Всем привет, это Джей и Панка. Здрасте. Даже Саруха вон к нам приперлась. Все, Джей Тим в полном сборе. Да. Начинаем с того же момента, откуда закончили. Кубатый сказал играть хантом. В прошлый раз он меня немножечко подвел. Хант? Кубатый. Да. Так что посмотрим. Кого бы взять-то? Давайте. Тебя я. Оп. Простите. Да, панк меня там залайкал нам. Просто он выложил 144 фотографии. Да, не открыл. А может, половину я фоткала. Да. А на второй половине есть я, поэтому и лайкаю. Ты какая? Да ты посмотри, там половина фото без меня. Как-то механизмов нету. Что собрать? Механизмов не дает тебе? Вообще. Вот он. Голяк какой-то, да? Вообще. Столько мелочи, а добора у меня нету. Никакого. Я бы их провокации. Да я вот тоже об этом думаю. Как это все говорить? Отсюда как он взять? Грибобас. Не грибобас? Он тоже с грибами, но не грибобас. Это что это? Не увидел мельком как-то это клёно. Да, это добор не такой вообще. И защитником. Блин, да. Это тоже прикольно. Это хотя бы механизм. Ладно, ну тут что получится, мелочи набрали. Почему такой не очень-то мелочь, а который может в рожу бить? Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Да. Да. Если вы закончили задание, завтра вы сможете получить новое. У меня, кстати, задание на 80 монет. Рубануть с друга. Смекаешь? Давно у нас не было Джейва и Спонка. Да начнется охота. О, у тебя ж есть этот? Чудастер? Чудастер, да. Я хотела бы сыграть вообще за Христа. Я давно не играла в последнее время Чудастером. Все это. Просто берем двух Чудастеров, у нас полноценные колоды. Ты же знаешь, что в равных условиях я проиграю. Не факт. Мне всегда не хватает чуть-чуть. Вот просто каждый раз ты выигрываешь и прям вот на волосочке. Бищ. Люблю тебя, солнышко. А я тебя. Все равно бищ. Только
только глупец откажет королю лечу. Что-то вообще не дано. Какую-то фигню понабрала. Да. Лапушки мои. А это сейчас лечится божественный щит. Сейчас у меня будет супер пиньята. Твоя душа будет моей. Я играю хантом и чищу стол. Что-то идет не так. Даже на самом деле и рука фигуры, вообще колода такая. Ну да, что-то как-то не набралось ничего. Толково. Ну, какой-то выбор был такой, на самом деле. Ничего толкового в принципе нет. Почему у меня нет карт на руке, а у него дофига карт? Угу. Может, у нас была мелочь, мы кидали эти дарки. Ну вот, как-то эта мелочь не работала. Да, бора у меня вообще никакого. Вообще никакого. И это печаль. Ух ты какой. Блин, мне сундук надо убить. Разрушаться. Ну или он сам разобьется. Тоже вариант, как говорит, это не знаю. Ах ты ж. Да. Ах он. Пошадничал вот команды взять. Да. Она не внесет ему столько. Питак. А, и печенье сейчас. О, какое ваше существо? Некротический. Он не помрет у меня сейчас. Да, он просто... Блин. Второй раз за день я спрятал. Я не обязательно уборочный упор. Некротический упор у меня был. Преобразую накопленную энергию. Зря, наверное, соединил. Все пошло не квак. Все пошло не квак.
Дрочки дергают. Что, глаз дергался, потом коленочка дергала. Сейчас у меня где-то в бочку задергалась. Что-то вообще у тебя там. Мне кажется, старость воздушно-капельным путем. Просто посмотри, это пипец какой. Кстати, я тебе все правильно сказала. Я сказала грибовар, и там был грибовар у тебя. И вот эта хрень называется грибовар. Грибовар? Да. Я послышал с грибобас. Нет, ты сказал грибовар. Грибобас обычно. Сейчас он лицо насаживает. Да. Он, вот на виде на него. Он же грибовар называется, правильно? Вот. Да. Я все правильно я сказала. Я про грибобас подумал. Ничего не знаю, я все. Ай, да я. Чудесные образцы. Все пошло не так. Ну, я могу. Через эту провокацию хрен пробить. А, еще и в руку все возвращает. Ну, все, солнышко. Помогло. Очень. Бог фандома. Я сдаюсь. Я тебе говорила, надо было брать плохо. Да. Кто меня слушает? Правильно, никто и никогда. Я тебя слушаю, но так как ты делаешь. Говоришь, не делаю. Да. Ну, блин, я больше не допущу такой ошибки. Да ты так каждый раз говоришь. Вот каждый раз. Я поверил. Хотел довериться Богу Рандома, а он пидор. Ты же знаешь, что Бог Рандома больше любит меня, чем тебя. Ну, да. Он меня в последнее время ненавидит. Потому что тебе и так повезло. Ну, хотя нету. В модуле я там кустом махал. Будь здоров. Бог Рандома меня любил. Природа вполне может постоять за себя. Зато я дулась на тебя. Ну, это да. Вот. Чего, а этого не отнять. Видишь, везет всегда в чем-то одно. Да. Не может быть. Флаг видит тебя. Так. Пики-пики. Травить уж. Давай. Даже с тобой похожу. Хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас я тебе кошмарный. Спасибо. За что? Потом накину на него вот его. Ну, это будет... Наконец-то! Достойный противник! В тот момент, когда иметь все параметры, это плохо. Да я на пиньяту это все накину. Может быть. В руку же мы возвращать не надо. Хотя у меня дракон это будет. Это просто дико! Да, я дикий. Ну, да, наверное. Что это за неуверенность? Все, пусть она у тебя в руке тусит.
За орден! Я просто не хочу, чтобы в этом знал кто-то еще. Lieutenant Kerrigan reporting. Мне это... Это да. Я плету нити судьбы. У него. Илюша, это да. Я помню, когда только начинал играть в ХС, по-моему, в первой или во второй игре мне попадается, ну, у противника там или данный, просто я такая, а что, как, что, зачем? Срала я тогда быстро. Уже он ее этим проверит. Мне представится змея, а она бьет ее мелочью. Она с одним элеганом завалит. Чтоб мне его нечем вообще. Ты упырь, короче. Еще и голову кровь. Да. Блин, да даже я себе Алекстразы себе 15 сделал. Не помню. Я несу жизнь и надежду. Хорошая игра. Да? Да. Да благословит тебя природа. Я на американский заходил. Первая легенда, которая мне там выпала, это была Золотая Зира. Ого. Да, я так и вышел. Заплакал и вышел. Оттуда больше никогда не заходил. Да. Бог рандом от нас отвернулся. Да. Сидит там себе, сейчас угорает. Два раза же сказал, хантом, я ему поверил. Вот в следующий раз будешь верить мне. Да. А не богу рандома. Кто же знал, что он такой пилот сегодня? Я. Кто же верил? Я нападу неожиданно. Неожиданно это как я. Солнце не замечает меня, я подкрадываюсь. Вот ты бы меня, возможно, и спас бы в прошлой игре. Да ты вообще, блин, цыган. Бейс, на самом деле, цыганский приз. Как мне его было? Нет. Вообще, Хант, на самом деле, это не то. Мне не нужны помощники. Потому что толком не слышал.
Это точно. Хант — это состояние души. Почти можно быть и грозным. Ответит нам команда Пепси. Андуин. Арин. Так это мерзко. О, уборочный голем. Предсмертный хрип он на сторону противника его вызовет. Кого его? Ну, 5-5. В гость. Сейчас я кину осу, потом убью его. Чё, змея и есть зверь, можно вот этому убить. Ах ты, хороший человек. Ну, он мне её сейчас убьёт. Я придумал ещё лучше. Зачем мне драть? Слышь, мы. Лучше потом кинуть. Да. Хотя бы два. До троих уже может. Ну, да, но я просто к тому, что топ ты. Слышу. Слышу. Надо хотя бы одну победу-то сделать. Ну да, хотелось бы. Да не, ну сейчас нормально все должно. Он из моих жонглей. Еще этих провокаторов кинешь, чтобы он в рожу не бил. А у меня-то с лицом все в порядке. Да, точно. Слышу, Аббет. Нет. Ужин. Отлично, он мне дал двери. Нравится. Этим вот, вот этим, да. Слышь. Сдавайся. Ты сильнее. Ей! Одна победа есть. Ну, отлично. Ну, так все, скажи, как раз. У меня есть ты. Да, гимн нашей семьи. Гимн нашей семьи другой. Краты. Ты хомяки. Только забыли. Рексар и Чайна. Правда. Не стоило напрашиваться. Я помню, 4 часа ночи арене, я, короче, этот
по-моему, раз пять подряд с одним и тем же чуваком. Да, не рассказывал. Пуп-пуп-пуп. У-у-у. Я хочу тебя попросить... Принести банан? Да. Как ты сразу поняла, солнышко моё? Мне не нужны помощники. Ей! Спасибо большое. Ой, не за что. Вот, а я хаваю банан, а у вас банана нет. А может есть, откуда знаешь? Я думаю, что нет. Будем придерживаться этой версии, да? Угу. Молодец. Кстати, где мой пластырь с принцесской? В куртке в кармане. Позырь, какие-то принцесски. Это лучше оставим для этого. Интересно. Чего? Нету? Нет. А так, тогда я не знаю, куда я уйду. Это или жизнь? Да? Да. Вообще ништяк. Что во тьме чует всё? Всё за 40 рублей. Всё, теперь покупаем только такой пластырь. Хорошо. Слышу. Война отбросов и уродов, война которая... Послушайте кротов хомяков, не пожалеете. Ну то хотя бы знаю, какой у него секрет. Да? Тоже верю. Да ты издеваешься. Вообще. Кровавые трупы, кошкица в муках, вызывая приступы, тошноты. Ля.
Ну, такое хочу я вам сказать. Да. Все пока плохо. Да, вот я об этом. Ну, не прям плохо, но не очень хорошо. Угу. Эвергрин. Вечно зеленый. Интересно. Ну ты напиши ты зеленому, он случаем там это. Не-не. Что? Да я понял. Я знаю, что пугаюсь. Он не играет за этого. За мага. Он вообще в ХС не играет. Ну серьезный взрослый человек, у него нет времени на ХС. Я нападу неожиданно. Я нападу неожиданно. Чё? Слышу. Слышу. Наша служба никогда не закончится. Наша служба никогда не закончится. Да. Сейчас волна. А вот и нету ее, у него нету. Нет. Да, у него есть гига. И что тоже не легче. Да. Да. Еще бананчик принести? Нет. Я раскрываю свои секреты. Да, потому что я вот зебру тут не поставил. Не зебру, а зебру. У меня кончается время. Ежик, а ежик. Ну давай, протупим. О, отлично, он протупил. Протупил свихи. Нравится! Три. Пока неплохо. Ну, но... в пределах. Но у него рука, а мы в тутеке. Да, это плохо. Да что знает. Вообще, он сейчас урдалаками тупо зафейсил. Да. Ничего. Но я сомневаюсь в этом. Вот, все, пока. Хера себе. Да. Понятно, он будет меня стараться до десятки опустить и ждать глубину. Ну, да. Мне нужна сталь. Ах ты ж. У меня кончается время. Ну ты иди давай. Ну да. Все очень-очень плохо. Сюрприз! Сюрприз! Сюрприз его пока. Да. Да уж. Да уж, да уж. Все-таки розовенький. Он молодежь. Да. Обожаю розовый цвет.
Интересно. Я тоже его люблю. Так, а больше фиолет. Ну, да. И Хюльт. И Хюльт, я знаю. Не. Поэтому я купила желтую куколку. Я очищу ваши. У тебя слепота, а у меня гангрена. Только я второй раз подразумеваю. Да, на вообще не мое. Я тебе говорю. Вообще не мое. А я, да. Вот теперь я точно больше никогда его убрать не буду. Нам даже не хватает на арену. Ну да. Подумает заклинание существо. Да ладно. Это хорошая карта. Да? Да. Для Элем-шамана. А, ну и вот это тоже прикольно. Ну тогда будет. Не будет. На эпике для мехактуна не хватает кого-то. Ой. Репликанта. Да. На мехактуна я буду долго копить. Ну, точнее, на эпике. Там пару каких-то карт не хватает. Сам-то меха, кто у меня. Что, у тебя 200 пыль все? Да. Ящик, кто у нас я скрафтил. Mm-hmm. Легендарно. Зов сумерек, блин, его надо крафтить, потому что я его уже не вытащу. Вот. А один эпик, короче. Ох, хеми. Ты мне нужен, блин. Таунаса у меня нет, вот чё. Короче, да, мехактуна я нет, не соберу. А, ну да. Чё-то я... Забылся? Да, всем спасибо за просмотр. Не болейте, не кашляйте. До новых встреч. Пока-пока. До свидания. Вот.